Всем привет, народ, с вами Дженикус. Сегодня State of Play сорвался с места в карьер, и первый же анонс стал для нас самым ключевым. Официально анонсирован Tekken 8. Намек мы видели на EVO 2022, а сегодня состоялся полноценный ревью. И это всего за 2 дня до Tokyo Game Show. Давайте почитаем, что сам Харада написал поклонникам. Привет, это Харада, главный продюсер Tekken Project. Мы заставили вас долго ждать, но наконец можем объявить, что Tekken 8 находится в разработке. Вы уже видели первый трейлер? Этот трейлер взят непосредственно из сюжетного режима, пока не завершенного Tekken 8, с PlayStation 5. Другими словами, все модели персонажей, фоны и эффекты те же, что используются в игре. Несмотря на то, что захват был в режиме истории, это не предварительно отрендеренный фильм, созданный для трейлера, а кадры, отрендеренные в реальном времени, с частотой 60 кадров в секунду, как и те, что вы могли бы испытать в игре в режиме Versus Battle. Конечно, некоторые эффекты, диалоги, а также ракурсы камеры в настоящее время обновляются и могут измениться по выходу игры. Серия Tekken всегда была известна драматическими, перерендеренными синематиками и сюжетного режима. Кроме того, в Tekken 8 у нас есть много другого интересного контента, который мы очень хотели бы вам показать. Однако, в нашем первом анонсе мы решили сосредоточиться на демонстрации качества этой игры для PlayStation 5. В трейлере вы можете оценить уровень графики, как в недавно созданных игровых моделях персонажей, которые полностью отличаются от текущего Tekken 7, так и в мелких деталях. Например, стекающие по коже персонажей капли воды. Эти кадры создавались не эксклюзивно для трейлера, это реальный рендеринг того, что происходит на игровом экране в реальном времени. Также, если обратить внимание на фоны во время боя, то можно увидеть динамические волны и торнадо, огромный танкер, постепенно разваливающийся на части, шторм, прорисованный настолько реалистично, что чувствуется напор ветра и плотность дождя. Все эти эффекты боевой арены будут использоваться в самой игре. Мы, конечно, прилагаем все усилия, чтобы улучшить качество еще больше. В каждом новом билде незавершенной версии качество улучшается с каждым днем. Гигантский танкер приближается к берегу на заднем плане, а возле того места, где стоит персонаж, вспыхивают большие языки пламени. Надеемся, вы хотите увидеть все это в игре. Кроме того, серия Tekken обладает самым продолжительным сюжетом. Как упоминалось в заключительном диалоге Tekken 7, новая часть будет посвящена противостоянию отца и сына, Казуи Мисимы и Джина Казамы. Что касается сцены в трейлере и того, насколько она важна для основной истории, мы с нетерпением ждем, когда вы узнаете об этом после непосредственного релиза игры. Однако игра все еще находится в разработке, поэтому, боюсь, нам придется попросить вас еще немного подождать. Вся команда разработчиков усердно работает над тем, чтобы игра оправдала ожидания, поэтому большое спасибо за вашу поддержку. От себя напомню, что файтинг не выйдет на консолях прошлого поколения, только PlayStation 5, Xbox Series X и S и Steam. Возможно, больше подробностей мы увидим на грядущем Tokyo Game Show. Всем спасибо за внимание, пока!